Да, короче, привет всем. Я в Перископе. Наконец зашла. Ему кроме рыбалки уже ничего не интересно. Да, короче, Тёма здесь поймал три рыбы сам. Сам вообще три рыбы, правда, маленькие, но на свою удочку собственную. И теперь не хочет ехать и смотреть верблюдов. Так, Серёг, поехали тебе, посмотрим. Да, прикольно, там ты подъезжаешь, окно открываешь. Я на самом деле, да. Вот морду свою засовывает. Я там такси. Серёг, ну там прикольно, просто он верблюд прям мордочку свою засовывает в кабину. Ослик ручной. Тём, пойдем. Серёг, пойдем ты, он тоже пойдет. Тёма, короче, отсюда никак не утащить. Кстати, вот здесь гуси. А где? О, утки, гуси куда-то все убежали, да? Ну, ты хочешь, Даш, поехали вместе. Да? Ну, поехали. Тёма, а поехали хочешь, ослика хочешь, посмотрим. Хорошо, глянь, а Тём? Ну, мы, и там, да, и там часто клюёт вверх, так что смотри, эти мелочи сейчас мы подкажем. Тёма, куда ты пошел? Лови рыбу, я поехал, да, отъезжу, а ты с Серёгой отдаёшь, ловить рыбу. Все, Тёма с нами не согласился. Только не доставай резко. Вон Тёмочка. Пойдем. Журнал рыболов. Ну вы каждое лето сюда, да? Ну каждый раз. Часто, короче, сюда приезжаешь. Я жить тут остался, пока вы не знаю. А, живете здесь, да? Нас пригласили. Привет, мы сейчас едем посмотреть на верблюдов. Здесь они живут. Здесь сафари-парк, только верблюды, кабанчики, утки, гуси, всякие разные животные. А вот здесь? Нет, ну как лагерь? Мы по всему банку. Остров. Вон, кстати, верблюд там далеки. Тёма не захотел ехать, он хочет остаться рыбачить. Тёма уже поймал рыбы, так что да, Тёма, у него азарт, поймал. У него азарт. Вообще он не хочет, да. Азартный парень. И рыба, ехать. И все. Вот, ну. Он тоже стоит в этой стороне. Там дерево. Нам хочется посмотреть. Вон, кстати, верблюды, да, там. Далеко. Ну вон, я тоже стою там. Но они не опасные вроде, да? Там не сильно пересчет просто. Да, с жучами, жучами нам все оставить, Тёма. А, и заборчик прям, да, после того, что они не выбегали отсюда. Да, ну все, так дорожка, охраняемый, да, камера, да. Ну вот там мостик. Зимой тоже без проблем здесь, да? Да, да. Тут ослик прикольный. А, ослик смешно. Бежит, радуется. Ага, ну он лошадку вижу, а ослика не вижу. Забегает вчера, что-то забежал. Думаю, видите, мне пенка отдала. Это ослик боднул и убегает от меня. А, играется, да? Там какой-то цирковой, что там непонятно. Нет, не сильно. Быстро похудею, не переживайте. У меня на телефоне память закончилась. Да? Да. Поглать его, я просто боюсь, если честно. Вон он играется. А, нет, тут не можно выйти. Уперся, готовься.
Да, мы ничего не взяли. Прикинь, хороший, привет, мой. Паша, не надо тебе прикинуть. Мам, я боюсь. Ну иди, ну обладаться. Играться, играться. Мамочки. Вот копыта оттяни. Отдам там. Хочешь машину? Я их боюсь. Вот, а вот там верблюды, кстати, смотрите. Целое пастбище. Не видно их. Сейчас ближе подъедем, увидите. Симпатичный. Я тебя боюсь, если честно. Ты очень хорошенький, но я боюсь тебя. Очень ты носик такой, у тебя хороший носик такой. Такой колесенький. Ну пока, друг. Еще пока, увидимся. Да. Мы сейчас приедем с яблочками. Что мы не додумались. Пока. Да, прости нас. Ты возьми слой. Яблочки сдал. Ну, вот такие вот. Ну, пока да, травы мало. Ну, просто старенькие. Нет. Может, не старенькие. После. Там спуск есть, да? Нет. Лошадки всякие. А это, ну, на этих лошадках катаются или просто дикие? Я, честно, сейчас всех почему-то животных так побаиваюсь чуть-чуть. Там от машины кажется. А прям сюда хотите спуститься? Ну, он уже идет. Ну, чего бы не взяли ты? Симпатичная мордочка ее. Симпатичная, молоденькая совсем. Красотка, да, такая? Девочка красивая такая. Молоденькая, да, совсем? А, ну, начнешь спускаться. Да-да, сейчас вот подумают, так, может, все-таки есть яблоки? Просто они мне зажали. Ой-ой, какие холёси. Молодничок. Молодничок, да, еще. Вот, когда будете сюда приезжать, если будете приезжать сюда, обязательно берите с собой яблочки. Вот мы что-то не додумались. Я даже не знала, что здесь есть сафари-парк. Вот, оказывается, он здесь есть. Поэтому приезжайте в Астрахань, если будете в рыболовном комплексе Астория, обязательно возьмите с собой яблоки. Если на карпа пойдете ловить. Потому что вон они, голодненькие. А у нас нет ничего. Пришел к нам, привет. А как его зовут, интересно? Сейчас засунет жалость. Хитренький такой. Хитренький глазик, да? Есть, да? Вот, дай-ка я тоже.
выдав. Куда выйдешь? Ты прископся домой.